А местные общественники помогают работникам следственного изолятора организовывать полезный досуг заключенных. На днях активисты приехали в СИЗО не с пустыми руками. У осужденных, отбывающих наказание, еще есть шанс вернуться к нормальной жизни. Воспитатели следственного изолятора работают с ними с максимальной эффективностью и готовы принять благотворительную помощь. Спортивный инвентарь в СИЗО привезли от профсоюзной организации «Фосагроапатит». Нам первыми на встречу вышли сотрудники именно этой организации для того, чтобы с просьбой о помощи. Уже спортинвентарь у них приходит в негодность, а здесь, так сказать, у тех людей, которые уже вышли на путь исправления, да, есть свободное время, выходные, они занимаются спортом. И занимаются весьма активно. Замена спортивных снарядов как нельзя более кстати. Подарки выбраны по принципу популярности. Волейбол, футбол, шахматы и шашки любят все. Вот вам, пожалуйста, спортинвентарь для полезного времяпрепровождения. Теперь новенькие мячи и сетки будут служить для спортивных занятий тех, кто встал на путь исправления. Осужденные тренируются в выходные, иногда по будням, в хорошую погоду, обязательно на свежем воздухе. Все это необходимая часть социальной адаптации. В рамках кружковой деятельности организовываются спортивные мероприятия, в том числе и командные. То есть осужденных делим на команды и проводим состязания, либо какие-то соревнования. Иногда даже проходит туры по спортивным играм. Когда был чемпионат мира по футболу, у нас был прямо вот параллельно еще свой мини-чемпионат по футболу здесь среди осужденных. На тех, кто оказался в следственном изоляторе, не надо ставить крест. Именно понимание и поддержка помогут ребятам научиться уважать себя и ценить нормальную жизнь.